Я всех вас приветствую, и это даже третье видео по одной игре, а именно портов. Ну, как вы понимаете, меня долго не было, потому что я был занят именно ими, и на меня встречает эпичная музыка. Почему только меня? А потому что вы не слышите звук, что у меня происходит в телефоне, ведь от этого звук микрофона становится каким-то пыльным, что ли. Ну что, Hello Neighbor 2 Deluxe Edition. На данный момент самый лучший порт по Hello Neighbor 2 бета. Правда, с бетой там мало что связано. Так, нажимаем продолжить, и очень кринжовый фон, какой-то дискорд и кнопка играть. Окей, погнали. А, это демо? А что тогда в демо, извините, делает музей соседа? Вот. Мы едем. Все низкополигонально, кроме музея и вороны. Так, сосед что-то чинит машину, какой-то ворон появляется. Сумеем это правильно, мальчик, это все правильно, все как и должно быть. Так, чувствительность кринжовенькая. Если зажать по экрану, то можно вот так крутиться. Это плохо. Она весит довольно мало, на мое удивление. И очень сильно лагает. Поэтому, кстати, хочу вам посоветовать, если хотите смотреть мое видео и реально угорать от интереса, то смотрите, пожалуйста, мои видео со скоростью x2. Реально, я сам свое видео посмотрел со скоростью x2, я реально ржал с моих шуток. Может, они, конечно, и туповатые, но мне можно. Мне простительно. Мне 12, ё-моё. Мне-то, блин, я ребенок. Мала. Так, мы можем взять слом и фигануть коробку с какашками. Ура! Теперь мы можем все это дело забрать. Что мне нравится, что нужно разбивать, а не в как некоторых там нельзя, не надо разбирать, там это разбивать. Так, куда нам ставить эту штуку? Сюда, да? Ага. И вот что самое тупое. Раз это демо, так где дом предсоседа? Вот зачем мне музей тут? Тут мне музей не надо. А-а. Не музей-то. Еще собирание этих моторчиков, я бы сказал, они идут, ну, как бы, подряд. Они идут. То есть, если в оригинальной игре там они идут, как ты захочешь, что первым собирай, то и собирай, то в демо нет. Поэтому это точно не демо. И точно не бета, потому что здесь впереди должен быть домик соседа, а не этот музей. Еще здесь что-то ворона забыла. Даже не знаю, что она тут делает. Так, ставим. Простите, что так лагает, умоляю, простите. Я не виноват. Какой слот нужен? Первый? Первый. Так, мы сломаем доску. Лом сохранится? Лом сохранится. Нам нужно присесть. Теперь встать. Да, с прыжками здесь не очень. Он прям быстро приземляется. Это странно. Но, по крайней мере, не как в Альфа 4. Кто смотрел, тот знает. Здесь можно самому забираться. А не смотреть вот этот вот паркурить самому. Ну да, что здесь... Ой, а что вниз не могу поворачиваться? В смысле? Да вы чё, тупые, что ли? Я хочу вниз голову опустить. Пожалуйста. Как мне голову вниз спустить? Сейчас я перезайду. Все, ради вас я переиграл тот фрагмент. Блин, самое бесячее, что на моих видео происходит разная всякая хрень, которая не происходила ранее. Вот, например, ранее, когда я играл в этот порт, тут башка у меня не ломалась вот так вот, как тут ломается. Типа прикол, возьмем ключик. Здесь ключик застыл справа. О, ворон, здоров. Не ори, Вася. А, это сон был? Ну да, такая фигня приснится, если ты будешь спать в лесу на одинокой кровати с ключом в руках. Блин, реально, что он там забыл? Так, вижу амбар. И почему-то вижу музей соседа. Но для интриги сначала мы пойдем куда? В домик на дереве. Домик на дерево есть в оригинале. Тоже надо было на батут залезать.
Ёксель-моксель. Ничего себе бату дает. Опа! Там лопата. Неужто ли эту игру можно пройти? Что вас? Да вы серьезно? Не-не-не, выпускайте лучше. По-хорошему. Стоит одинокий велик. Опа. Да блин. Я смогу на этот батут залезть или нет? Ну, пожалуйста. Я хочу в домик на дереве. Очень. У меня такого никогда не было. Честно. О, наконец-то наш скалолаз сюда залез. Так, мы можем взять лопату. Можем, можем. Так, здесь у нас... Йоу. Здесь должен быть как бы робот. А вот здесь нет. Что-то непонятное. Так, тут должен быть паровозик и бинокль. И, в принципе, здесь пусто. Руслака пусто. Так сюда можно было все это время по лестнице забраться? Не-не-не-не, с лестницами у нас плохой опыт. Так, слезай, товарищ, жирная жопа. Ну? Ой, ты все, слезай, говорю. Нам нужно в дом соседа попасть. Но для начала разрою эту ямку. Ну? Я... точно хочу раскапывать эту ямку. Ну ладно. По-моему, такого в оригинале нету. Зато своя фишка. Ух ты. Ворона. Прикольно. А нам нужно к соседу. Здорово. Пустишь? Там есть интерьер. Можно красочку взять? Конечно, можно. Ты мой хороший. А можно открыть? Я слишком хитрый. Туда ботину халим. Учимся попадать в дома правильно с мимики фав. Йоу. Тут даже интерьер, которого в оригинальной игре толком нету. Эй, сосед. Хочешь прикол? Я у тебя дома. Эй, сосед, хочешь покажу, как я башку кручу? Уи. Нравится? Одобряет. Все, ну нафиг, пошли отсюда. Смотрит на меня тут соседушка. Глаза разул. Да что все заперто, эу? Я хочу к нему домой попасть. В чем проблема? О, гаражик. Ух ты ж, ё-моё. Я чё-то такого как-то не замечал. Тут какой-то стоит самурай.
птица-самурай. А, это же этот культ какой-то предсоседовский. Что за хренотень происходит? Йоу, чувак. А, это из катсцены. Типа, нам решили показать туториал, как делали катсцену в бете оригинальной. Но это не оригинальная бета, из бета ничего общего не имеет, сосед. А, куда ты делся? А, все заново начинается. Давайте посмотрим, реально. Интерактив. Да, он типа тут тащит Рона в свою квартирку. Смотрит на главного героя. А давайте я стану главным героем. Где мне нужно стать? Вот тут вот, да, получается. Все, главный герой. Официально. А, что там делает сосед? Так, быстрее газовать, 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 газовать. Сейчас газовать. А, нет, сосед, за что? Пока мы пялились на соседа, я кое-что заметил. По-моему, это полицейская машина. Только она каменная. Может, сосед Медуза Горгона? Очень странно. Очень странные вещи здесь творятся почему-то. А, не. Пустите меня домой, пожалуйста. Я бездомный. Я хочу домой. Жди меня. Ну, пожи. А пока там соседушка кого-то лопатой бьет, я пытаюсь найти вход. Как к нему войти? Где взять ключ к этому месье колбасье? Кто знает? Где он, мужик, было лучше, если бы ты меня впустил. Я серьезно говорю. Может, этим ключом получится? Не, не получится. Он нам не нужен. Да, ну, в самом начале с выводами я что-то как-то погорячился, сам лучший порт беты. Говнецо. Чувствительность плохая, управление странное, все прорисовывается на глазах, низкополигональные текстуры, мыло везде, боссаны, как я говорил уже, стены везде. Ничего не понятно, сюжет никак не крутится, ключ я хер поймет, куда достану. Происходит какая-то брехня, вон там сосед репетирует свой номер. Здесь вон какой-то склад напиток кофе, а где-то каменная машина полицейских. Поэтому нет, такое я не одобряю, такой ужас. Отвратительно. Здесь вон даже лампа валяется. Где такое в оригинале? Ты тупой. Разрабты. Хреновенькая игра, выводы сделаны.